все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области облачно, с прояснениями, осадки маловероятны. Температура днем минус 4, минус 7, ночью 6-8 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление повысится. В Сызрани малооблачно, без осадков, днем минус 4, в темное время суток 7 градусов ниже 0. Северо-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, с прояснениями, днем минус 4, ночью 8 с минусом, северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и также без осадков, в дневное время минус 4, ночью минус 8 градусов, ветер восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.